это двигатель, да. Вот салон, в прошлый раз я не показывал салон. Салон хороший. Забрасывается сиденье. Но это уже переделано, потому что стоит на деревянных планках, видите. Здесь-то стоит на родных, вот тут стоит, слышите, как по есть посторонние звуки, как пробивает что-то. Так что такое вот. Стоят ремни. У тебя клиент есть? Угу. Да. Вот стоят ремни. Салон хороший, чистый. Вот, открою. Можно езжать, а уж. И пол. Вот видите, все пол, педали. Кондиционер, родная магнитола, пятиступка, коробка. Вот есть кондиционер на салон. Такое вот состояние, видите, местами. Сейчас вот подкуривают другой автомобиль. Так что, если интересно, смотрите прошлое видео. Это видео будет вам продолжением. Интересно, подписывайтесь на канал. Смотрите, что к чему. Комментируйте, не знаю, откуда-то дым идет. С телефона не видно, наверное. В общем, ездить можно. Салончик хороший, красивый. Пишут 7-й год, оказывается 6-й год. Чтобы вы знали, такая особенность Volkswagen, если даже любой цвет, то цвет под капотом отличается. Вот тут идет более белый. Это такая у них особенность. Так что подписывайтесь, смотрите. Вот вам ВИН-код. Можете посмотреть его пробег на Volkswagen. Будет вам проще. А по цене уже созванивайтесь, уточнивайте, потому что цена это дело такое, рыночное. Вот такой вот автомобиль.